36 новых остановочных павильонов до конца года установят на Фиолентовском и Монастырском шоссе. Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил глава департамента транспорта Павел Иена. 15 декабря заканчивается конкурс, и до конца года мы все их установим, все 36 штук. Напомним, решение об установке дополнительных остановок на Фиоленте в рамках ремонта автодорог было принято еще летом. Но первоначально предложенная подрядчиками конструкция павильонов не устроила Дептранс, и конкурс был объявлен заново.